Друзья, всем привет! В этом видео я предлагаю вам разобраться, почему Лаура бросила Бенса. А перед началом просмотра ролика не забудь оценить это видео лайком и подписаться на канал, чтобы не пропускать новые крутые видео. А мы начинаем! Друзья, как уже стало известно, Лаура бросила Бенса. Причин этому было не так много. Изначально Лаура встречалась с Бенсом, потому что Бенс был самым крутым парнем в кампусе. Это была первая и самая основная причина. Любви между Лаурой и Бенсом не было, но было видно, что Бенс любил Лауру. Он ее называл карамелькой. Но Лаура всегда была холодна по отношению к Бенсу. Как дела у моей карамельки? И как только у Бенса произошел конфликт с Камилем, и они сошлись на рэп-баттле, то Бенс проиграл этот баттл с треском. Можно вникнуть в проблему и понять, что именно Дилан писал текст Бенсу. Можно сказать, что именно из-за Дилана Бенс и проиграл этот баттл. Но тем не менее, Камиль оказался круче Бенса. И Лаура на следующий день решила разорвать отношения с Бенсом и начать встречаться с Камилем, поскольку Камиль является самым крутым парнем в кампусе. Друзья, я лично думаю, что Лаура не подходит Камилю совершенно. Я думаю, Камилю больше подходила Милана. Друзья, а вы как думаете? Лаура и Бенс были хорошей парой? Напишите свое мнение в комментарии, будет очень интересно почитать. Также не забывайте оценить это видео лайком и подписаться на канал. Спасибо за просмотр, всем пока!